Ульяновская область. Уходит 22-й год. И всегда принято подводить итоги в канун нового и последних дней уходящего года. Мы очень много сделали в уходящем 22-м году. Это и ремонты школ, и создание новых спортивных территорий, и большое количество новых дополнительных мест для дополнительного образования наших детей. И все это для того, чтобы каждый из жителей нашего региона смог понять, что Ульяновская область – это та территория, в которой создаются условия для развития наших детей, для их становления. И очень хочется, чтобы 23-й год был годом счастья, был годом мира, добра, позитива. Пусть 23-й год на нашей Ульяновской земле, родине талантов, принесет уверенность каждому из жителей. Мы уникальный регион. Мы регион, в котором каждый год есть и желание, и возможности, и ресурсы для создания комфортной жизни, для развития каждого ребенка, каждого человека, мира, добра, любви, дружбы в 23-м году.